Приветствую, друзья. Самое сложное – это просто объяснить человеку, что легче всего снимается стресс, когда вы продолжаете переживать, о чем переживается, но при этом делаете подключение к этим переживаниям простого колебательного действия, синхронное с вашим состоянием по интенсивности переживаний и по форме. Но подбираете или покачивание, или маятник так называемый, или бесконечность, то есть восьмерку делаете телом, или шалтай-болтай делаете, или лыжника подбираете. Ну вот эти повторяемые движения на фоне вот этих переживаний. Когда вы переживаете или думаете, о чем думается, подключая эти действия, синхронные текущему состоянию, а еще действия левитационные, захотел и руки пошли. Да, ну вот тогда происходит вот этот триггер, включает вот этот так называемый квантовый переход. Вот эти упражнения все, это триггеры входа в это нулевое состояние. Потому что там у вас безмятежность, там вам хорошо. Ну очень просто это объяснить, а просто трудно понять, может быть, что это механизм универсальный для решения всех вопросов. От личных отношений до подготовки к экзаменам, для отвыкания от вредных привычек и так далее, и так далее. Все зависит, что вы через это хотите получить в конечном результате. Ну вот, это может быть 5 минут, когда вы снимаете острый стресс. А вот чтобы за 5 секунд снимать, вот мы сейчас и затеяли эту историю с тем, чтобы вы переходили на Телеграм и там посмотрели это, потому что это не для всех. Я не хочу это открывать для всех, а только тем, которые будут там в канале, который защищен. Итак, друзья, переходите на Телеграм, но этот канал Ютуба не бросайте, у нас уже 185 тысяч подписчиков без всякой рекламы, значит, то, что мы делаем, это людям нужно. Потому что вместе мы все создаем науку человечности. И скоро мы узнаем, как это повлияло на сокращение наших страхов, повышение нашей уверенности, научило понимать нас лучше друг друга. Да. Понимать нам лучше друг друга. Потому что вместе мы создаем науку человечности. Это общечеловеческий международный язык, где понятия любовь, сопереживание, чувство бесценности живого, сотрудничество, человечность определяется как научные понятия, по четким научным критериям. Ну и пока мы этим занимаемся, мы лучше друг друга и познаем. И это очень хорошо. Поэтому на Телеграм, который у меня так и называется, канал Телеграм, нет, на Телеграме называется канал «Метод Ключ» Хасая Алиева. Вот так и называется, поэтому некоторые люди путаются. А как же попасть на мой Телеграм? Он так и называется канал «Метод Ключ» Хасая Алиева. Да, и на Ютубе тоже задержишься, потому что контенты будут не дублировать друг друга. Разные вещи будут происходить. А вот за 5 секунд это будет там и признаки формулы ФА, еще какие-то признаки, и то, чего вы еще пока не знаете. Итак, до связи.